Друзья, в Подмосковье открыли очень прикольную локацию в Куркино и сделали ее в японском стиле полностью. Японский парк в Куркино – не просто парк, но и круглогодичная площадка, где будут проводиться фестивали, ярмарки, мастер-классы, выступления звезд, а также спортивные события. На территории есть скейт-парк, есть ярмарка с продуктами, можно перекусить, детские площадки сделали, качели всякие разные. Пока не хватает мест для питания, создаются очереди большие. Ну, это, в принципе, много где можно наблюдать такие ситуации, когда только что что-то открывается. Сразу же, конечно, много ребят, молодежи в японских костюмах фотографируются, ну, как будто в Японии. Ну, действительно, внутри все напоминает маленькую Японию. Интересно, что дизайн и стиль парка выбирали сами жители района, отдав свой голос на портале «Активный гражданин». И больше всего голосов получил именно японский вариант. Пока, на мой взгляд, мест для парковок не хватает. Сделали небольшую парковку, но там запарковаться нельзя. Есть парковка общественная в Куркино, как бы свободная она. Где смог, там и стал. Пока работает всего несколько заведений питания и не хватает еды. Вот в чем прикол. То есть подходишь, а у них все что-то заканчивается постоянно и нужно ждать некоторое время, пока принесут. Пишите нам в комментариях об открытии новых интересных объектов, о которых вы знаете. Делитесь этим видео с вашими друзьями и не забывайте подписаться на наш Instagram, где вы найдете фото, сделанные в этой локации.